Друзья, всем привет еще раз. Нас некоторые спрашивают, наши подписчики, в каких мы условиях остановились, где мы остановились и все такое прочее. Мы говорили, что нас прихистили у дитячому садочку. Це справа рук волонтерів і також завідуючої дитячим садочком та її доньки, яка тут працює. Так от, зараз вам трохи покажу, як ми тут влаштувалися. Це наш дім вже декілька тижнів. Сподіваюся, що скоро вже повернемося додому, але зараз це наш дім у повному сенсі цього слова, тому що нас тут. Ось дивіться, поки я знімаю відео, моя дитина потрошить мої косметичку з таблетками. Ану, швидко положила все на місце, Анна. Ладно. Пусть потрошит, я хоть видео спокойно запишу. Ну, детский садик, группа выглядит обычно. Вы заходите, вот так вот выглядит раздевалка. Очень хорошо, что есть ящички. Мы сюда вот Анины все вещи сложили. И как бы нам очень удобно, что не нужно, знаете, там по чемоданам туда-сюда. Ну, в общем, вот так вот это заходим мы, раздевалка. Дальше у нас вот есть вот такая вот здесь кухня, где можно помыть посуду, тарелочки, где раздачу. Быстро собери, пожалуйста, все. Быстро собери, пожалуйста, все немедленно в кошелечек, где собирают, ну, еду, в общем, посуду помыть. Вот это вот большая комната, где мы находимся. Очень здорово, что, ну, мы с ребенком, и как бы здесь, ну, есть игрушки, и Анечка играется, потому что очень скучает по своим игрушкам. Вот, мы стараемся поддерживать здесь порядок, потому что, ну, как бы потом же детки будут играть. Вот мы только нашу куколку из дому и телефончик Анечкин вот прихватили. Вот. Ухаживаем здесь за огородом, потому что садик сейчас в военное время не работает, и нам вот как бы его тоже доверили. Вот, вот так вот выглядит группа. У нас есть чайник, конечно, мы можем пить чай, кофе. Вот здесь вот санузел находится, вот как бы, ну, я вам немножко покажу. Вот такая вот душевая у нас, умывальнички. Все очень комфортно, есть горячая вода, бойлер. Можно купаться в любое время, ну, как бы, ну, знаете, то есть можно наладить себе, ну, вот как дома, да, утром, вечером, ну, я так купаюсь, утром и вечером, потому что, ну, это не спортзал на мате, ну, как бы доступ к горячей воде и к гигиеническим процедурам, это тоже очень важно, ну, как бы, ну, в такое время. Здесь вот есть балкончик такой, он у нас служил холодильником, пока была минусовая температура, а теперь посмотрите, какой прекрасный вид, вы видите эти заснеженные горы, ну, то есть на стекле просто мы заклеили скотчем, и поэтому может плохо быть видно, ну, вот горы у нас вот так вот здесь видны. Еще в этот самый в снегу горы. Вот спим мы вот здесь вот детская спальня. Ну, кроватки, понятно, что маленькие, поэтому мы вот составили вот это вот наше прямо там лежбище, наш чемодан, уже просто его хочется взять и поехать домой. Ну, вот так вот по три составлены кроватки, матрасиками застелено, ну, как бы, ну, это очень даже неплохо, потому что, я же говорю, ну, это кровать в любом случае, это матрас в любом случае, это не спортзал, не пол, и очень, как бы, ну, хорошие условия. Вот, ну, то, что касается, нас здесь кормят, у нас трехразовое питание, ну, и плюс, как бы, магазины никто не отменял, может быть, там какой-то бутерброд, еще что-то захочется. Вот, вот это, ну, как бы, какой-то бутерброд, то мы, ну, мы покупаем там сырок, колбаску, ну, такое. Вот, поэтому... Вот это маме? Да, вот это маме. Аня распотрошила мою аптечку.
Ну, зато дала с вами пообщаться. Вот, поэтому мы очень рады, что мы оказались именно здесь, в этом месте. Здесь комфортные условия. Понятно, здесь есть, кстати, прачечная. Можно пойти постирать свои вещи. Прачечная и сушильная машина. Ну, просто вы достаете уже сухие вещи из машинки. Вот, ну не нужно тут где-то натягивать веревки, что-то развешивать, сушить. Это очень большой плюс, просто потрясающий, потому что не везде есть такие условия. И на кухне понятно, что промышленной плитой мне не разрешают пользоваться, это понятно, никто и не просит. Но есть мультиварка, есть микроволновка, у нас Аня очень плохо ест. Ну как, она просто привыкла к тому, как готовлю я, и ей не всегда она кушает то, что нам дают приготовленная, поэтому мне еще приходится заморачиваться и готовить ей. Но тем не менее такая возможность у меня тоже есть. Здесь есть мультиварка, я ей варю супы, какое-то отварное мясо. Вот сегодня купила ей рыбу отварную, сделаю, потому что надо более-менее следить за питанием, потому что это ребенок, ему нужен более-менее какое-то сбалансированное, витамины и прочее. Поэтому и даже и такая возможность есть. Все вообще никто не запрещает. Пожалуйста, приходите. С утра я иду за молочной кашей, ей варю там молочную кашу. В обед там что-то, какой-то суп, какое-то мясо или рыбу. Ну и в общем, вот так. Вот холодильником тоже девочки разрешают пользоваться. Просто, ставите там в пакетике, ничего никуда не девается, никто ничего не трогает, а все вообще очень, такие приветливые и вообще молодцы. Поэтому, сегодня такой вот у нас репортажик, вот так вот покажу вам еще нашу эту комнату. Аня, что ты делаешь? Вот это маме, посмотрите, она все мои таблетки подоставала. Да, это чтобы горлышко не болело. Давай, Маша, доченька, всем пока. Пока-пока. И я с вами прощаюсь. И мы надеемся, что очень скоро поедем домой и будем пересматривать это видео и вспоминать, как люди делали все возможное для того, чтобы мы себя чувствовали как дома. Это очень дорогого стоит. И мы всем благодарны очень. Ну все, всем пока.